Я уже на месте копа. Это небольшая деревня, но совершенно не битая. Так что находки, я думаю, будут. Наткнулся на странный сигнал вот в этой жиже. На ощупь он как кирпич. Он начал копать, и на свет стали появляться вот такие вот зелененькие кругляшки. Думаю, что это то, что надо. Буду сейчас все это дело обкапывать и покажу вам. Что сам горшок я сломал, потому что монеты сыпятся просто гроздьями.
Совершенно непонятно, во что был завернут клад. Попадается какое-то сено. Но ни чугунка, никакой тары не было. Да, скорее всего, он был просто в каком-то свертке. Собирал вот такой вот пакетик, довольно увесистый, по составу в основном поздняя империя попадается. Охрана все в бодре. А сам клад, получается, был закопан примерно на уровне огорода, если считать, что вот здесь шла линия домов. А здесь как раз был огород. Даже не знаю, что и делать. Наверное, хорошенечко все не понял.